굉장했어요. Нет, принимали везде хорошо. Весь ансамбль принял очень хорошо. Ну все, драм-труппы знали, что номер один, как бы драм-труппы, это Алихан Дек. Даже язык не знаешь, плачешь, сидишь в зале тогда. Высшая оценка вот для таких актеров. Всю жизнь отдала, всю душу, все отдала для театра. И нас этим будет подстегивать, что да, это же история наша. Нет, она человек, знаете, это от Бога. Природа дала голос, они же, естественно. Надо было работать, детей кормить, брат, две сестренки. Не очень веселая история была, но зато характер закалял. У нас батя был очень жесткий. Певцы были все профессиональные, с хорошими голосами. И я плачу, и они плачут, и так закончили мы эту песню. Вот это я на всю жизнь запомнила, прямо мороз по коже.